вас ростуть такі ягоди на деревах? Такі ягодки у вас ростуть на деревах і не ростуть? Її достати треба. Я прям за мазьорка. Очень сладко. Вечер. Уже не так жарко. И я иду, ребята, в перепелятник. В ясельный. Где у нас маленькие перепелята? Вам взрослый перепелятник. И сейчас буду делать то, да я вас спрашивала, откуда я вышла такая вся прям мокра. Выбираем с перепелятника бабло. С таким приятным ароматом. Шелковица. Между прочим, в шелковице больше витаминов, чем в малине. Там некоторых витаминов больше. Сегодня это ж новолуние. У меня так разболилась голова. Прям шуметь в ушах. Померили давление 120 на 70. Не знаю, что это с моей головой. Что это с этим молодым месяцем. Так я вот поим шелковицу. Она трошки сбивает давление. Может, мне будет легче. Потому что я сейчас говорю с вами. Вам говорю. И сама себя чую. Прямо там в голове, наче я говорю. Я пойду сейчас умиюся. Не думайте, что я такая буду ходить за мазура. Ну, я так буває. Люблю поїсти шелковицю. В аппетит. Як ото, знаете, вареники їв. І по бороді сметанка текла. Клас шелковичка. Всім пока. Умиюся, помию мордашку твою, а то будете думать, що Лена так і буде платить за дьохана. Ні, Лена буде чистенько. О, в душі вода гаряча. О, сейчас я вытрусь рушничком, и все, и я буду чистенько. О, все, вечер до работы.